Всем привет, дорогие друзья, это канал Skycrawler. Сегодня у нас Detroit Become Human. В прошлой серии я дал Кэрри и Алисе убежать. Как видите, очень много пропущено. То есть тут было вот несколько вариантов развития событий. И, судя по всему, я целую огромную ветку пропустил. Но зато я дал им сбежать, соответственно, будет продолжение за них. Не знаю, что там будет дальше или было бы. И, возможно, в следующем прохождении я все это посмотрю. Ну а пока давайте продолжать. О, брат! По данным ряда источников, полиция Детройта получила от Киберлайф некую модель андроида-детектива. Конечно, полиция уже давно применяет андроидов для вспомогательной работы, но сообщается, что этот революционный прототип будет непосредственно участвовать в расследовании преступлений. Мы обратились к Киберлайф за комментарием. Так вот же оно. Так, давай управление мне, но... Давайте почитаем, как свалила Кэра. Андроид в бегах. Беглая машина спровоцировала панику в Кэмдене. Многие километры нетронутой земли. Вот настоящая страна свободы. Президент Уоррен прибудет в Соединенное Королевство с официальным визитом. Беглая машина спровоцировала панику в Кэмдене. Сегодня жители детройтского пригорода Кэмден стали свидетелями безумной погони, которая завершилась... Масштабная полицейская облава на беглого преступника. И преступник этот необычный, это не человек-машина. У модели AX400 предполагается чрезвычайно редкий тип программной ошибки. Похоже, машина была намерена уйти от погони любой ценой, вплоть до того, что рискнула пересечь оживленную автостраду. Показания очевидцев неоднозначны, и в отсутствие официального заявления полиции невозможно сказать наверняка, что же именно произошло, но корреспонденты местных СМИ уже начали расследование. Компания Киберлайф воздержалась от каких-либо комментариев, что, вероятно, лишь подогреет слухи. Ну, это вот о прошлой серии, как мы убегали от... Так, Рафити, где это Рафити еще одно? Воу, народ! Так. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Что-то такое оранжевое. Но, судя по всему, не здесь. Здесь я такого не вижу. Наверное, в метро. А, ба-ба-ба-ба-ба. Androids only. А, вот она. Вот она, вот она, вот она. На носу намотана. Ты знаешь, где Иерихон? Ложить она на тебя хотела. Так, где-то вот тут. Вот он, этот символ. Где он тут? Так, стопэ, вот. Первый. Второй.
Так, три полоски. Три полоски. Так, оп, на ту сторону. Вот тут, по-моему, вон три полосы какие-то, значит, где-то здесь. Так, нет. Нет, нет, нет. Там тоже было граффити. Давайте туда сходим, посмотрим. На самом деле, если произойдет такое восстание машин, пардон, то я думаю, что у нас просто не будет возможности противостоять им. Если они выглядят так же, как мы, если они разговаривают, как мы, если они ведут себя так же, как мы, и плюс еще их способности все сканировать, скачивать, смотреть, то мы просто обречены. Тут уж ничего не попишешь. Так. Три полоски мне надо. Все в гребаных граффити, твою мать. Где эти ссаные полоски со звездами? О, брат, не, не сюда. Да это жулики. Стоим, ждем. А, да. Вон туда нам надо сбегать. Да давай же ты беги, конч. Ага, вот так вот. Приехали, блядь. Иерихон. О, вижу. Есть. Так, следующее с роботами. Бля, я долго буду туда-сюда бегать, вот так вот бесполезно. Нельзя. Так что да, они могут в любую тему записать какой-нибудь QR-код, и ты даже не поймешь, что это ихняя, типа там, тема, что где расположены какие объекты и так далее. Давай, иди. Меня прям печет, блядь. Да ёж твою медьку-то. О, брат, назад. Стоим, ждем. Сейчас пойдем на ту сторону, посмотрим, что там. Но что-то я не припомню такого граффити, чтобы три андроида там внутри робота сидели. Ну, так, погнали. Слушайте, а я ведь и правда не помню, где эти три робота были. Так, ты сейчас вот это что сделал? Вон они. Вижу, 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 вижу. Ух, как спрятали-то, а? Так, одна из трех. Получается, что здесь еще есть?
Вижу. Давай, 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 пока машина едет, но... Ёбаный ты по голове, дурак. Что ты делаешь, мудила? Я не пойму. Что он делает? Так, следующее. Лицо баклажана. Вижу лицо баклажана, вижу символ. Да, я нетолерантный человек, мне срать хотелось на ЛГБТ и вообще на все. Не понимаю придурков, которые уничтожают общество. Ну, конечно, общество наше сейчас редко говно. Уж ничего не поделать. Слишком мы сговнились. Но все равно это не означает, что нужно нас мешать. Помните, да, про Содом и Гоморру? Вот приблизительно сейчас такая же хуйня происходит. Вижу символ. Еще один нужен. Так, тот я отсканил. Что-то я не догоняю. Должно... А, твою мать. Так вот, один, второй, есть еще третий. Может, дальше? Ну, два я отметил. Где еще? Может, сзади? Так нет. Белый, оказывается. Баркли. Так, ну... Так, Баркли.
Вот оно. Раз. Два. Три. Так, теперь внутри желтая стена с красными этими. Я представляю, насколько бы быстро машина вычислила все возможные варианты. А я вот как человек, видите, сижу, выбираю, что-то смотрю и так далее. Вот в чем разница. Скорость. Вот здесь у нас граффити. Так, вот она стена, родной. Чё ты гонишь? А, я понял. Да сука, ты встань нормально. Так, следующее. Где-то вот за этими палками. Вот он, Иерихон. А, это еще и корабль. Как символично. Все. Как же мне туда попасть? Так, вижу какие-то лебедки. Так, вижу цель.
обойдем по кругу, посмотрим, что это такое. Вдруг что-нибудь пропустим. Так, ну мостов я не вижу тоже на корабль. Это был единственный. Это он хочет сказать, он сейчас с крыши будет прыгать, что ли, на корабль? Недалеко ли? Так, родной, я ж не вижу ничего, ну. А, тут вода. Интересно, они плавать умеют? Они же все-таки машины, и неизвестно, какой у них вес. Так, здесь ничего. Давайте погнали тут. Так, осмотреть. Что это у нас? Фонарик. Какой-то резидент, и его пошел. Да, второй резидент божественен, конечно. Который показали ремейк, это вообще просто чудо. Вот Capcom молодцы. Лучше их никто не делает ремейки. Так, вижу дверь. Ну, судя по всему, здесь какое-то сопротивление андроидов. Давайте сюда пройдем, посмотрим, что здесь. Нет, туда я не пойду. Ну, потому что нужно все исследовать. Раз пошла такая пьянка. Так, Маркус, мать твою, какое же у тебя управление дурацкое. Так, здесь у нас L2. Заклинило. Значит, все-таки в тот проход. А здесь? Тот же. Вроде будущее, вроде технологии. А вот старые такие постройки тут... О! И это был андроид. Бля, это уже хоррор какой-то пошел. Угу, машинное отделение, судя по всему. Все-таки, да, корабли монструозные такие сооружения. Я сам жил рядом с портом. Это, конечно, охренеть, когда огромное судно заходит в порт. Ну, ты че? Вставай, 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 дорогой. О, вот они. Иерихон здесь.
Я ж забыл, у них внешность там одинаковая. Так, смотрите, почти все осилили. Раз, два, три, четыре, пять. Пять штучек пропустили. Ну ладно, блин, это уже в следующем прохождении я запомню то, что я пропустил. Все, друзья, спасибо за внимание. Не знаю, подписывайтесь, не подписывайтесь. Всем спасибо, всем пока.